Певица Наташа Королева сообщила поклонникам о своем решении. 49-летняя Наташа Королева объявила подписчикам, что приняла важное решение на фоне сложной ситуации в стране и мире. Артистка уточнила, что не будет хранить молчание и отказываться от концертов по примеру Валерии и Стаса Михайлова. Исполнительница хита «Желтые тюльпаны» уверена, что на нее возложена особая миссия, терапевтическая, и она планирует воплотить ее в жизнь с помощью гастрольного тура по России. «Лично я как могу поддержать людей? Как поддержать моего зрителя и слушателя? Понимаю, что по зову сердца, особенно в сложное время, моя миссия терапевтическая в распространении самых чистых и светлых чувств. И я понимаю, как это необходимо людям. Так что вместе с моей командой, с терапевтической миссией, мы все-таки отправляемся в тур по Дальнему Востоку с добрыми светлыми песнями, которые не раз в сложных жизненных ситуациях дарили людям только хорошие вибрации и веру, что все будет хорошо», — сообщила Королева.